мы сейчас находимся на квартире, квартире в стиле арт-деко, переулок Воробьева, 9/11. А вот мы зашли в нее, на стенах барельефы, различные картины из гипса в стиле этой квартиры. И проходим дальше. Сразу же на входе нас ждет маленький шкафчик с вешалкой, барная стойка с кухней, уютно примостившейся. Раньше на месте этой кухни был санузел. Уютный диван с замечательными картинами черно-белыми. И этот диван раскладывается, столик тоже стильный, все в стиле, в черно-белом стиле. И с обратной стороны мы видим зеркала. Мы их не видим, но мы видим, что сзади стоит такой же самый, как и я, хозяин, только с обратной стороны. Вот наша кухня. Вот ванна видна на джакузи. И кровать. Кровать, вот мы можем видеть, что она с подсветкой светомузыкальной. За моей спиной вы видите балконный вид и балкон, освещенный балкон. И зеркала создают иллюзию большого пространства. Мы зашли в санузел. Над умывальником зеркало большое. Бойлер. Это стандарт нашей фирмы. Летом всегда включают свет, под ним полочка. Сама джакузи с гидромассажем. И над джакузи мы видим окно. Очень здорово принимать душ и купаться, когда сразу за джакузи. Ты видишь окно, видишь деревья и прекрасный вид города, двора города. Выходим и заходим на балкон. Сейчас еврейская Пасха, и поэтому совсем не жарко. Ну вот я вышел на балкон. Если бы это был день, мы бы увидели старинную крепостные стены. Но сейчас мы это не видим. Балкон очень большой, прогулочный, тоже стильный. Вот видим столик, кресло, где очень здорово проводить время. А вдалеке виднеется улица Гражданская, 100 лет назад Мещанская, а еще 100 лет назад, а 200 лет назад Еврейская. И набережная вдалеке. На этом балконе очень здорово летом проводить время. С напитками, с компанией или просто с любимым человеком. И вот видим за балконной дверью содержимое нашей квартиры. Вдалеке по Гражданской улице мчатся машины, но они сильно не шумят. Мы приглашаем вас посетить наши апартаменты. Посмотреть вы их можете на сайте elitki.com, или подписывайтесь на наш канал, и вы увидите репортажи с других наших стильных квартир. Тег Elitki. Будем рады вам. Приезжайте.